Ugh!
Иногда мне хочется сменить ремесло. Что ты здесь делаешь? О, Мистия! Здравствуй, Мистия. Делаю кое-что для моих друзей. Я тут весь день, но мне все еще нужна глина, чтобы на всех хватило. Они обидятся, если ты подаришь им глину. Нет, Мистия, я не буду им ее дарить. Я придумала кое-что другое. Ты очень щедрая. Что же ты хочешь им подарить? Какие-нибудь драгоценности. То есть драгоценности? Я так и сказала. Не думаю, что они тебе по карману. Точно. Вот я и хотела достать блестящих камешков в заброшенных шахтах и пару жемчужин из лагуны. Но я весь день тут вожусь с глиной, да и в заброшенные шахты идти страшно. Поможешь мне найти подарки для моих друзей? Они будут рады, и я буду рада. И для тебя какую-нибудь драгоценность сделаю. С удовольствием. Я принесу жемчужины и блестящие камешки. Да и драгоценность мне тоже не помешает. Ура! Спасибо! Выглядишь страшно, а такая добрая. Что ж, мне все ясно. Увидимся позже. Я тут скоро закончу. Встреть. Лагуна с жемчужинами. Лагуна, о которой говорила девочка. Должно хватить.
Вот и шахты. Там я найду блестящие камешки. Заброшенные шахты с блестящими камешками. Чужие камешки у меня. Пора вернуться к девочке. Вот и место кораблекрушения. Видел, где лучник. Ah!
Больше вина нет. Пираты здесь хорошо поживились. Тот самый склад. Грибы должны быть где-то внутри. Вот и склад. Теперь надо найти эти грибы. Ha ha.
Лучшие цены в округе. Скажи, если что-то понадобится. Вот все, о чем ты просила. Спасибо, Мистия! А теперь мне нужно кое-что личное. Последний ингредиент. Я доведу это дело до конца. Что еще тебе нужно? Нет, нет. У девушки есть то, что мне нужно. Я отдам все, лишь бы быть с этим. Мне нужна прядь твоих красивых волос. Твоя роль сыграна, Мистия. Приходи на церемонию в дом Эти и увидишь плоды своих трудов. Его дом тот, что с видом на море. Ты должна прийти. Эти выберет меня, и ты получишь награду. Его любовь дорого стоила. Надеюсь, он богат. Идем. У нас много дел. Увидимся на церемонии, Мистия. Ах! Ах!
Что? Миссия! Убей эту змею! Я облысела из-за нее! Прости, любовь моя. Я только посмотрю, что нужно этим крестьянкам. Ты сказала, нужна лишь прядь. Что это такое? Это все же ясно. Наивная дурочка становится жертвой своей соперницы. Змея! Эдди выбрал ее, а не меня! Да, на меня он даже не посмотрел. Как ты могла так поступить? Эдди принадлежит мне. Только я искренне люблю его. Мы росли вместе. Это я всегда заботилась о нем. Думаешь, я позволю корыстной дурочке украсть любовь всей моей жизни? Эдди не знает, что для него лучше. Он давно на нее посматривал.
Ему нравилась ее внешность. Я все изменила. Мне обещали деньги. Заплати мне и все. Вся эта драма мне ни к чему. Вообще-то, это она наняла тебя, а не я. Она смеется над нами. Убей ее! Она сделала то, что пыталась сделать ты. Пошла на все, чтобы быть с тем, кого любит. Не могу ее винить. И это после всего, что она сделала? Ты проиграла. Ступай домой. Сначала заплати, потом ступай. Видишь, Мисти все понимает. Идем, Эти, мой милый. Оставим этих крестьянок. У нас много забот с торжеством. Я счастливейший из людей. Подходи. Спасибо. Девочка и ее друзья. Быстро она сюда добралась. Тео, не втыкай это в волосы. Вовремя! Мои друзья наконец-то здесь! Но здесь нет никого, кроме нас с тобой. Что? Мисти, разве ты их не видишь? Вот же они! Видишь тот, что слева Тео, а справа Эрла. Выглядит мило, но это же не настоящие друзья.
О чем ты? Это мои друзья. Я их сделала. Я это вижу, но... Мама сказала, мне нужны друзья. Вот я и... Так друзей не заводят. Скажи своей маме. Не могу! Она умерла. Мама умерла. Она уплыла с пиратами. Сказала, что вернется с огромной кучей драхм. А когда она приплыла назад, ее туника была вся красная. И она велела мне беречь себя и завести друзей. Но друзей у меня не было. Как их завести, я не знала. Так что я долго думала и решила сделать их из глины. Я ошиблась? Теперь мама расстроится? Я не хотела, не хотела. Нет, дитя, все верно. Мама гордилась бы тобой. Друзья могут принимать разный облик. У меня вот есть орел, и он мне друг. Ух ты, правда? Здорово! Держи. Подарки для твоих друзей. Почему бы тебе не нарядить их? Они будут рады. Спасибо, Мисти! Ты лучшая! Я так и сделаю! Прости, дитя. Я не смогла разбить твое сердце, хотя и стоило. Мудрая богиня войны, радостно тебе видеть свой город. Thank you.
Ты вернулась. Доказательства у тебя? Тебе это понравится. Я убила командира и взяла записку. Ты знал, да? О чем это ты? По тебе все видно. Да. Тот, о ком тут говорится, делал важное дело для Афин. Он твой родственник? Нет, простой помощник. Что этому гонцу было, ну... Он должен был раздать людям при... Я ведь доказала, что мне... Ты знаешь свое дело, да. Но ты... Я искала для тебя доказательств. Это верно. Ладно, есть еще одно задание. Найди моего гонца... Это про него шла речь в записи? Да. Освободи Геремоса. Где мне искать Геремоса? Спартанцы бросили его в старую каменоломню. Насколько мне известно, они держат там всех своих пленников. Не волнуйся, я при... Здесь много охраны. Я готов!
Вон оттуда! Это был твой последний выстрел!
Найду укрытие. Я видела твое объявление. Что случилось? Нужно отнести Гетере сандалии, но вокруг полно лазутчиков. Зачем им сандалии? Сандалии. В их подошвы зашито письмо от Спарты. Следующий... Поручаешь доставку мне? Да, все верно. Хорошо, я возьмусь. Боги улыбаются мне. Да хранят тебя, Мойра. Это тебе от одной женщины? Ты как раз вовремя.
ищешь? До новых встреч. Thank you.
Убирайся! Я не шучу, слышишь? Если меня тут заметят, будет плохо. Ты вовремя, Мистия. Мы хотим напасть. Я с вами. Это очень кстати. Ah!
Покажи, что ты умеешь. Thank you.
рад тебя снова видеть. Откуда ты все это берешь? Группа моя. Твои люди... Разумеется. Интересно. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно.
Фобос, давай! Тут наверняка есть охрана.
мудрая... Печати у тебя? Да, печати у меня. Я покажу этим глупцам в собрании. Мы преуспеем. Не хочешь избавиться от парочки полимарков? С удовольствием. Ты умелый боец. А ты сомневался? Надеялся. Это был риск нанять тебя. Вся наша жизнь риск. По-видимому, я рискую чаще, чем друг. Кто не рискует? Именно. Почему, наемник? Даже не знаю, Радов. Спартанцы ищут наши каналы пост... Вы рискуете лишь... Нужно убить больше. Ты уверен? Бойцы, принеси мне. Я убью их. Чем скорее, тем лучше. Я знаю, что делаю. Поехали. Убей змей, пока не поздно! Сами боги послали тебя. Змеи не... Но наверняка убивают. Помогать тем, кто... Миру нужно больше таких. Я от Перикла. Что за странные шутки? Злодеи вломили. Кого, змей? Злодеев! Я отыщу их. Люди на грани. Я горю!
Такие же чуть не убили Метеоха. Змеиные укусы, и кто-то спрятал тело. Хотя, мне кажется, смерть была случайной. Похоже, задумали это покушение не те, кто напал на Метеоха. Должно быть, нападавшие живут тут. Ты чего рыскаешь вокруг моего дома? Вы напали на Метеоха. Да, Актис. Мы знали, на что идем. Не прольет. Почему им... Из-за Перикла. Нельзя самим вершить... Клеон говорит, пора забрать город Уи... Я знаю, кто тут... Настоящий герой Афин. Отвечай, или я... Ладно, ладно. У него лагерь возле... Еще не поздно все... Может, ты и права. Себя. Этот район ваш дом... Спасибо. Попробуем. Я избавлю Афина от продавца змей. Нужно действовать осторожно. У тебя хороший вкус. Если нужно что-то еще, дай знать. Oh.
Твоя записка была на доске. Моя пьеса загублена, мисс... Что он натворил? Много чего. Хочешь убить его? Обрушь на него в... Я этим займусь. Об этом слово... Я вернусь, когда... Надеюсь, меня еще не заметили. Надеюсь, заплатит щедро. Снова ты? Он уже мертв. Ты впрямь. Я довожу дело. Thank you.
Лучше не попадаться. Почувствуй яд в своих руках. Чувствуй яд в своей крови. Я убью тебя, листья.
Попробуй найти укрытие. Я убью тебя, Мистия. Почувствуй яд в своей крови. Сумерки. Что ж, вижу твои дела. Пока опасность минов. Это были рыбаки. И что ты сделала? Объяснила, в чем они заблуждают. Я рад, что все живы, но... Они знают. Если... Что ж, вероятно, встреча с тобой их сильно напугала. Все, что хотел Перикл, сделано. Вернусь к нему и выясню, что Афине нам известно о моей матери.